В музее Алабино открылся информационный центр, где можно ознакомиться с туристическими направлениями Самарской области. 4 ноября в музее заработает выставка «Самара», экспозиция, которая представляла 63-й регион на выставке «Форуме России» на ВДНХ. Что можно будет увидеть, расскажем в следующем сюжете. В музее Алабино идет подготовка к открытию выставки «Самара». Эта экспозиция – продолжение выставки, которая представляла 63-й регион в Москве на форуме России на ВДНХ. Решение о проведении выставки «Самара» было принято губернатором Вячеславом Федорищевым, чтобы как можно больше людей смогли ознакомиться с достопримечательностями родного края. Экспозицию дополнят площадки муниципалитетов. И мы очень надеемся, что благодаря вот таким вот территориальным и отраслевым неделям люди, которые еще не были в том или ином уголке нашей Самарской области, благодаря выставке «Самара», но она обо всей Самарской области, захотят в том числе поехать в тот район, в тот городской округ, в котором они никогда не были. Выставка откроется 4 ноября, а пока в музее заработал информационный центр, где можно ознакомиться с туристическими направлениями региона. Мы прорабатываем сейчас такую возможность, а посетители смогут ознакомиться не только с выставочным проектом «Самара», но и посмотреть те проекты, которые сейчас уже реализуются в музее Алабино, которые запланированы к открытию в ближайшем будущем. На площадке музея будут проходить также лекции и мастер-классы. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.